Коллеги, приветствую вас. С вами Максим Амеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Приглашаю вас посмотреть фрагмент вебинара, который называется «Пошаговый план привлечения клиентов из социальных сетей». Организатор вебинара – группа компаний «Доминанта». Вашим клиентам необходимы ипотечные займы под мат-капитал для покупки и строительства жилья? Станьте партнером группы компаний «Доминанта». Рассмотрение заявок за 3 часа, в том числе в выходные дни. Одобрение 98% поданных заявок. Фиксированная комиссия без скрытых платежей. Оформите сделку быстро, законно и легко. Для членов Российской гильдии риэлторов предусмотрены эксклюзивные условия. Группа компаний «Доминанта». Телефон 8 800 505 6103. Сайт mat.capital. Я хотел рассказать о плюсах и минусах именно работы в социальных сетях, чтобы у нас есть и руководители компаний. Кстати, кто здесь из руководителей? Кто руководитель компании, кто риэлтор, да, мне сейчас интересует руководитель, потому что это сейчас больше информация будет для них. Есть руководитель компании или нет? Или все риэлторы? Ну, тогда я думаю, что информация будет полезна и риэлторам, и руководителям. Смотрите, в чем есть плюсы, есть минусы. Я смотрю как руководитель компании и как там вижу ситуацию с двух сторон. Значит, первый момент. На сегодняшний день социальные сети позволяют человеку ограничиться минимальным набором инструментов и привлекать клиентов, да, за счет своей активности, некой харизмы. А преимущество для специалиста такое: не нужен сайт, не нужен домен, не нужна какие-то системы рассылок. То есть, в принципе, я видел уже странички в Инстаграм, я видел странички ВКонтакте, которые, значит, в общем-то, человек, ему ничего не надо, да, он собрал вокруг себя аудиторию, у него есть заявки, и, в принципе, он самодостаточный. Вот в чем. Не нужна дорогая реклама какая-то слишком, да, если человек научился работать правильно в социальных сетях, то у него идет поток, он генерирует поток заявок. И в этом плане это есть определенное преимущество, да, потому что вот если вы собирались, создавали вот сайты, домены, там сервисы, вот постоянный рассылок, да, у нас сейчас вот сайт там порядка 20 с лишним контактов, 20 тысяч контактов, но это у нас в месяц уходит больше 10 тысяч только платеж ежемесячный, да, плюс там письма в спам попадают еще. Вот в чем удобство в социальных сетях, что это не требуется там, да. А, значит, и второй момент. И если руководитель, значит, не идет в теме, если он не контролирует ситуацию, то в какой-то момент наступает понимание, что, в принципе, я самодостаточный, да, риэлтор понимает, что, в общем-то, ему никто не нужен. И зачастую я просто обращаю внимание на то, что руководители не растут быстрее, чем вот риэлторы. Потому что вот картинка это характеризует, она показывает, вот, кем должен быть руководитель. Да? Он должен быть вожаком стаи, по большому счету. Да? И если вот я просто часто сталкиваюсь с тем, что руководитель пытается компании переложить на кого-то ответственность. Вот куда бы риэлторов отправить на какую-нибудь учебу, чтобы они вот вернулись умные и обученные. Да? А вот я, и только меня не трогайте, никто, я стою в стороне. А вот куда-то бы их отправить, а еще лучше далеко-далеко, чтобы потом их привезли, они уже готовы. Да? Значит, вот это такая, это серьезная проблема. Я просто обращаю внимание, я вижу, как к этому относятся многие руководители. Как правило, это люди чуть-чуть постарше, чем их сотрудники, да, и я вижу, что молодежь вот в этом плане, они когда будут полностью самодостаточны, компания им в целом будет не нужна. Это будет проблема, это такая некая бомба замедленного действия. Поэтому что делать, да, нужно показывать пример, да, я не говорю, что нужно разбираться во всех деталях, не нужно там, может быть, какие-то детали знать, но нужно инвестировать в себя и укрепление позиции компании. Вот это очень важный момент, на который я хотел обратить внимание, что какие-то ключевые точки, какие-то вещи должны быть в руках руководства компании, потому что если вы все-все раздаете, и у вас каждый сотрудник это самостоятельная единица, то, к сожалению, потом вы их не соберете в одну кучу. Это что касается такой, ну вот, и в завершении вебинара, перед тем, как перейти к ответу на вопросы, я хотел момент такой, есть две стратегии у нас у каждого. Это стратегия муравья, стратегия стрекозы. Соответственно, муравей, помните, да, он работал,
Стрекоза, лето красное пропело. То есть есть две стратегии, что мы сначала что-то делаем, работаем, прикладываем какие-то усилия, да, потом получаем результат, нам немножко легче. А второй вариант, при котором нам все легко, хорошо и понятно, но потом наступают трудные времена. Да. Вот на этой такой ноте я хотел бы завершить сегодня вебинар. Я сейчас отвечу на вопросы. Если какие-то вопросы вы напишите мне после этого, вот у меня есть аккаунты и ВКонтакте, и в Фейсбук, и в Инстаграм. А если есть вопросы, я сейчас на них отвечу. И еще хочу напомнить, что организатор этого вебинара, компания Доминанта, предложение, которое они делают для тех, кто работает с клиентским капиталом, оно, пожалуй, на сегодняшний день самое выгодное. Это и быстрое оформление сделок, это и передача клиентов вам в обработку этих клиентов, на сопровождение, на подбор вариантов. То есть все детали, я думаю, вы сможете обсудить с менеджером. Вы смотрели фрагмент вебинара «Пошаговый план привлечения клиентов из социальных сетей». А теперь познакомьтесь со специальным предложением от организатора вебинара, группы компаний «Доминанта». Вашим клиентам необходимы ипотечные займы под мат-капитал для покупки и строительства жилья? Станьте партнером группы компаний «Доминанта». Рассмотрение заявок за 3 часа, в том числе в выходные дни. Одобрение 98% поданных заявок. Фиксированная комиссия без скрытых платежей. Оформите сделку быстро, законно и легко. Для членов Российской гильдии риэлторов предусмотрены эксклюзивные условия. Группа компаний «Доминанта». Телефон 8 800 505 6103. Сайт mat.com.